Сегодня 28 сентября 2022 года. Вот сегодня опять проснулся в 3 часа ночи и уже по своему как бы обыкновению решил принять горячую ванну. И мне во время медитации в горячей ванной обычно довольно так активно какие-то мысли приходят в голову, вот, вливаются в сознание. И я сегодня записал как никогда много разных мыслей. Вот. И некоторые из этих мыслей я выложу в виде отдельных файлов, потому что, ну, общая подборка будет, наверное, достаточно длинная. Вот. И а все остальные файлы выложу в виде одного такого длинного видеосюжета из маленьких кусочков состоящего. Ну, вот я хочу как бы продемонстрировать, каким образом и в какой последовательности вот приходят мысли, как этот процесс происходит. И перед началом видео я вот еще размещу фрагмент, где вот объясняю, каким образом все это происходит. Вот по поводу медитации несколько выскажу разных соображений. Вот. Ну и затем вот пойдут те мысли, которые мне приходили. Они приходят не одновременно все, а вот сначала одна мысль пришла, потом другая, третья. Иногда идет продолжение какой-то мысли, иногда другая совсем мысль приходит. Ну вот, советую посмотреть. И назову сегодняшнее видео как бы не пророщенные мысли. И поскольку я так подобное видео уже как бы один раз размещал в сети, то назову непророщенные мысли номер 2. Вот такое видео сегодня выложу в сеть. Ну и дальше уже пойдут аудиофайлы, которые я записал на смартфон в ванной. Так что вот, посмотрите, если кого-то заинтересует. И там я еще как бы высказал некое такое свое мнение о том, что если мои какие-то видео вам нравятся, то в качестве платы за это вы обязательно должны дать на них ссылку. Потому что денег я не беру ни за какую свою активность, вот какие бы я помощь там людям не оказывал, там, или какие-то знания, когда излагаю, или еще что-то делаю для людей. Ну, мне как-то не нравится очень брать за это деньги. Но вот если вам мои видео нравятся, то прошу вас делать на них ссылки. Потому что если вы эти ссылки не будете давать на мое видео, я буду считать, что вы халявщики и как бы паразиты, которые все только для себя берете, а с другими не делитесь. Вот раз я денег не беру, то заплатите мне за это ссылками на мои файлы. А если вы не заплатите, ну считайте, что вы как бы вот халявщик. Я считаю, что это некрасиво такое поведение, когда вы пользуетесь трудами другого человека и не платите ему за это ничем. Денег я не прошу, а вот дать ссылку, по-моему, это не обременительно. Ну, на эту тему я еще там небольшой фрагмент записал. Вот, посмотрите его. А на вступительную часть я на этом заканчиваю. Ну и можно даже попробовать вот эти аудио выложить и назвать «Непричесанные мысли 2». Вот у меня было видео «Непричесанные мысли 1» в YouTube. А здесь выложите «Непричесанные мысли 2». Иногда вот такие сборники каких-то идей, которые я потом более подробно развиваю в других видео, вот можно использовать именно вот, чтобы показать, как из маленьких каких-то крупиц неоформленных мыслеобразов можно развить эти идеи до уже каких-то более развернутых схем и монологов, комментирующих эти схемы. Ну, тоже такое интересное добавление можно сделать. Ну и в это же видео можно вставить вот тот кусочек из прошлого фильма, где я рассказывал вот про крышу, про грозовую тучу. Кстати, молнию можно сравнить с прямым воздействием Шамбалы на человечество и на низшие царства природы в обход иерархии, которая понижает. Вот можно пользоваться электричеством от электростанций, а можно напрямую электричество небес как бы спускать на землю без вот промежуточных таких вариантов, как электростанции, линии электровольтных передач. Вот. Но только, правда, надо научиться еще аккумулировать вот ту энергию молний, которая
связывают напрямую небеса и мир Земли. Ну, вот такой аналогии можно будет подробнее рассказать. Можно будет во вступительном слове рассказать, что вот я проснулся в 3 часа ночи, почувствовал над своим сознанием такое дождевое облако в каузальном мире неких идей, которое готово пролиться в мое сознание. Ну, я набрал горячую воду в ванной, подремал немножко, ну, а затем как бы вот начал медитировать на тему будущего человечества. И таким образом вода из облака в виде капель дождя стала проникать на крышу моего сознания, которой является ментальная оболочка, моя ментальная оболочка. Из ментальной оболочки эта вода была собрана моим мозгом, который является некой вот трубой. Знаете, водосточная труба в городах принимает воду с крыши, и по ней стекает вода. Вот. Ну, мой мозг в данной аналогии был вот как раз такой водосточной трубой, в которую вода из ментального мира собиралась и протекала уже так, что я ее смог озвучивать, диктуя свои мысли на смартфон. Ну и в результате вот очень интересные мысли влились в мое сознание. Вот на эту тему я как раз и записал вот это видео. Там будет еще монтаж с картинками поясняющими. Ну вот, рекомендую посмотреть. Ну и запишу еще один видеофайл для того, чтобы вот сделать такое предложение тем зрителям моих видео, которые уже почувствовали интерес к тем записям, которые я вот на видео и на аудио делаю. Ну вот уже с начала этого года, 2020, я активно использую вот вариант и убедился, что он эффективный. Вариант медитации ванной. Ну вот, в какой-то литературе, которую я уже лет 30 изучаю, я такого варианта пока не встречал, что можно вот медитировать, именно проснувшись рано утром. Вот сегодня я вообще в 3 часа проснулся, иногда в 4, в 5 часов просыпаешься. И некоторые при этом опять пытаются заснуть, причем не всегда это получается. А я вот решил использовать вот эти раннее пробуждение для того, чтобы не мучиться от бессонницы, как иногда все-таки бывает такое. Это как раз и является следствием того, что ты готов уже принять какие-то идеи из каузального мира, а вместо этого пытаешься заснуть. Это как бы нерационально. Вот. Ну, речь, конечно, идет только о тех людях, которые уже чувствуют, что они достаточно большой путь прошли в эзотерике, знакомы с такими уже фундаментальными учениями, хотя бы вот учение Алисы Бейли, если гелозоику еще многие не успели прочитать, потому что она только вот в 2020 году я начал переводить на русский. Вот, сейчас уже вся гелозоика переведена, поэтому можно ее почитать. Но вот те, кто уже продвинулся по пути эзотерики, попробуйте. Вот мне очень помогает. Иногда бывает даже вот просыпаешься, и нету того ощущения, про которое я говорил в прошлом видео, что вот нависла уже некая такая типа грозовой тучи, и если в ванной как бы начать медитировать, то она в виде дождя в ментальную оболочку проливается, и по водосточной трубе уже собирается то, что на крыше принимает ментальная оболочка, вот водосточную трубу, и в мозг поступает через водосточную трубу еще ниже и вливается уже на землю. А земля — это символ физической оболочки с его мозгом, нервной системой и прочими как бы другими системами, которые наука уже хорошо изучила. Вот, так что вот, попробуйте. Ну, значит, еще раз напоминаю, что, например, вы проснулись рано утром, можно даже попробовать и будильник завести. Ну вот я уже в таком возрасте, когда иногда просыпаешься сам достаточно рано. Вот, и, ну, если вы еще в молодом возрасте, попробуйте в молодом возрасте, ну тогда, может быть, будильник завести часа на 4, там, попробуйте в разное время, потому что
Если вы еще в молодом возрасте, то желание заснуть так велико может быть, что вам уже будет не до медитации. Поэтому надо попробовать и в 4 утра проснуться, будильник завести и на 5, и на 6, и на 7. Вот у всех свой график жизни, и кто-то поздно ложится, хотя все знают, что ложиться лучше пораньше. Ну вот у кого-то такой ритм жизни, что трудно вписать в социум ранние, как бы, засыпание в 10 часов или в 11. Для многих это в наше время неприемлемо, такой вот вариант раннего засыпания. Вот. Ну, попробуйте. Наберите ванну, максимально горячую воду, которая кожа может терпеть. И какое-то время просто лежа в такой в дреме полежите. Если у вас уже есть какое-то зерно в сознании, мыслеформы какая-то, которое вот хотелось бы развить, то можно без дремы прямо начинать сразу медитировать на эту тему. А если еще вот в голове никакого, еще вот в ментальную оболочку ничего не пролилось, вы чувствуете, что может пролиться, но не пролилось, тогда просто в тишине побудьте, можете даже вообще ни о чем постараться не думать и сконцентрироваться на образе великих учителей, казуальных миров, вот, ну, всего высшего, что у вас есть, как бы, в качестве связи с высшими мирами. Кто-то из православных может Сергия Радонежского представить или Серафима Саровского, кто-то из эзотериков Махатму Мори или Махатму Кутхуми может представить. Вот, так что попробуйте. И, возможно, вот я сегодня, когда начал принимать ванну, у меня сначала вообще никаких идей не было, а потом вот куча всяких маленьких зернышек начало появляться в сознании. Причем я их очень подробно не прорастаю. Когда есть зернышко, его можно потом прорастить уже и чуть позже. А вот если его не зафиксировал, то потом иногда оно из памяти выплывает куда-то и теряется. Вот этот мыслеобраз, это зерно. Ну, а зерно еще, вот помимо того образа, который я сравнил вот с дождевыми тучами, которые на крыше льются и потом через водосточную трубу собирается вот в мозге. Вот. Еще можно образ проращивания. Вот знаете, медитация с семенем. Есть такой на Востоке термин. Вот как бы на ментальном мир уже как бы какое-то зернышко уже спустилось. Вы проснулись и чувствуете, что вот эту мысль можно развить, помедитировать над ней. Это называется уже медитация с семенем. Семенем. Тогда вы концентрируетесь именно на этом вот образе. Какая-то краткая мыслеформа, которая еще не развита. И вот представьте ее в виде зернышка, которое посажено в почву. Сначала вроде бы кажется, что его даже и не видно над поверхностью земли. Вот когда семя падает в почву, надо, чтобы влага какая-то попала, дождевая, в почву, полить это зернышко, чтобы почва была удобренная прошлыми какими-то знаниями из прошлых учений. Вот тоже очень важно. Вот удобрение – это изучение предыдущих философий, религий, эзотерических каких-то книг. Вот это удобрение. Почвой является ваше сознание, которое вы вот за всю свою жизнь сумели сформировать. Вот. И росток, попадая вот в эту почву, удобренную чтением исторической литературы и других каких-то учений, начинает прорастать, если вы концентрированно размышляете над этим семенем. И оно появляется над поверхностью, его надо продолжать поливать, медитируя над этими образами. И уже когда прорастает это семя, то у вас есть уже за что зацепиться ментальной оболочки. Как бы уже появляется ствол, веточки, и вы можете размышлять уже не над семенем, а над этим стволом и веточками. И постепенно вот с помощью медитации можно из семени вырастить мощное такое дерево с большой кроной, с листочками различных подробностей каких-то, которые расшифровывают вот то, что содержалось уже в семени. Вот такой образ можно еще применить. И на этом, наверное, я вот этот кусочек тоже закончу. Ну, еще можно будет добавить, что хорошей подготовкой вот к такому виду медитации является чтение исторической литературы. Вот в Гелозойке утверждается, что медитации людей не очень продвинутых
духовном плане, как правило, большой тратой времени является и неэффективной, и не приносящей толком никаких результатов. Поэтому вот те, кто еще только начинает свой духовный путь в очередном воплощении, гораздо полезнее по много часов в день читать эзотерическую литературу, такую как «Живая этика», как книги Блаватской, как книги Алисы Бейли, как «Гелозойка». Самое полезное – это, конечно, «Гелозойку» читать. Вот если вы по много часов в день читаете «Гелозойку», то вам это будет заменять как раз медитацию. То, что вы, не имея каких-то еще развитых накоплений в каузальной оболочке, будете пытаться вот просто медитировать, ну, это совершенно бестолковая трата времени для людей, которые еще не очень продвинуты в духовном направлении. И только потеряете время, и какая-то чепуха может, наоборот, к вам в голову прилиться из эмоционального мира, низший психизм можете развить. То есть, вот я бы не советовал медитировать, пока вы хотя бы 7 лет не прошли вот этап изучения эзотерической литературы, такой как Блаватская, «Живая этика» Рерихов, книги Алисы Бейли, «Гелозоика». Вот это, эти книги, если вы несколько лет будете по много часов в день читать, все свободное время практически, если вы будете читать эту литературу, фактически даже можно исключить как можно меньше светской даже литературы какой-то, каких-то фильмов там, ну какие-то достойные, конечно, произведения классической литературы, классической музыки, кино таких мастеров, которые действительно достойны того, чтобы посмотреть этот фильм, и, может быть, даже не один раз. Ну, на них, конечно, можно потратить время. Но все остальное свободное время, естественно, свободное от каких-то семейных обязанностей, которые никто с вас не снимает. Постараться как можно больше освободить времени от ненужного, вот того, без чего точно можно обойтись. И тогда у вас постепенно сформируется такое состояние казуальной оболочки, из которого уже можно будет принимать идеи с помощью медитации. Такой совет дам. Хочу дополнить тот фрагмент, который был посвящен важности чтения эзотерической литературы и различных философских учений, религиозных учений. Для того, чтобы казуальная оболочка все более уплотнялась и насытилась этими высшими молекулами каузальных миров, очень важно, конечно, читать эзотерические учения, философии, такую классическую музыку слушать, или, по крайней мере, музыку с высокими вибрациями духовными. Но, как вы знаете, вера без дел мертва есть. То есть, одно чтение недостаточно. Гораздо более важным условием вашего духовного продвижения станет служение иерархии света. И вот с этим очень у многих людей, изучающих эзотерическую литературу, большие-большие проблемы. То есть, книги они готовы читать целыми днями, а вот что-то делать на физическом плане, реальное, у них пока еще своих способностей иногда не хватает, чтобы собственные фильмы какие-то создавать, книги писать там или... делиться своими размышлениями какими-то. В таком случае очень важной формой служения является насыщение своих сайтов и социальных страниц ВКонтакте, «Мой мир», «Одноклассники». Если вы свои страницы регулярно будете наполнять ссылками на то лучшее, что вы читаете и смотрите по видео на темы, на эзотерические, то это будет таким существенным вашим вкладом в служение общему благу человечеству. То есть, не обязательно свои собственные какие-то видео создавать. Если вы размещаете в соцсетях достойные какие-то видео других людей, которые чуть опередили вас в своем эволюционном продвижении в духовном направлении, то очень важно размещать видео и ссылки на сайты, которые вам помогают двигаться в духовном направлении. И я предлагаю тем, кого заинтересовали мои видео,
У меня большая просьба размещать в соцсетях ссылки, особенно на те видео, которые вам явно понравились. Я сам не очень люблю делать лайки какие-то и размещать ссылки. Хотя вот в страницу ВКонтакте я насытил огромным количеством ссылок на видео. Вот, поэтому и вам предлагаю вот не только каких-то уже раскрученных авторитетов размещать ссылки на них, но вот мои видео, если они затронули ваше сердце, если они вам помогают реально расширить свое сознание, ну вот я же ни с кого денег не беру, но хотя бы минимальную плату за то, что вы пользуетесь тем, что я бесплатно размещаю в сети, вот если вы просто дадите ссылки в своих соцстраницах, то этим вы с лихвой оплатите мои старания и труды. А если вы просто на халяву посмотрите, это будет негативная карма фактически. То есть вы для себя эти знания приобрели, посмотрели, прочитали, а с другими не поделились. Значит, вы халявщик, вы вот эгоист, который только о себе думает, о своем духовном продвижении. Это очень негативная карма. И вам придется за нее расплачиваться очень медленным духовным продвижением и обретение сверхспособностей каких-то, которые многим хотелось бы приобрести, они будут отложены на очень длительный срок. Поэтому вот просьба, если кому-то мои видео и материалы на моем сайте нравятся, прошу размещать ссылки вот на главной странице своих соцсетей. Вы же там размещаете какие-то материалы. Если даже у вас там пусто, вот у вас появился повод, чтобы ваши друзья узнали о том, что вам близко. При этом вы, очень важный момент, вы не навязываете. Вы как бы у себя в своей квартире вот размещаете некие книги, которые вам нравятся, а на своих страницах в социальных сетях вы размещаете, это как квартира ваша, как книжная полка, на которой вы собираете любимые книги. Вот если вы какие-то ссылки на те материалы, которые вам понравились, будете размещать в соцсетях, а у многих участников группы, которые вот записались ко мне и в группу Гелозоики, и в группу вот Куали его творчества, у них, я посмотрел, пустые практически страницы. Так вот, хотя бы ссылки на мои видео давайте. Что в этом плохого? Ведь вы этим никого не насилуете. Не нравится то, что вам близко, пусть не посещают вашу страницу или не смотрят просто те видео, которые вам на этой странице не нравятся. Ведь мы должны принимать человека со всем тем, что у него есть. И иногда что-то в нем нравится, что-то не нравится. Пусть они смотрят те материалы, которые им нравятся на вашей странице. А мои видео, может быть, им не понравятся, но это не значит, что они к вам будут плохо относиться. Они будут брать у вас только то, что близко именно им. В этом не будет никакого насилия. Вот если вы за шкирку кого-то в свою квартиру приведете, начнете агитировать, скорее посмотри вот эти видео, это уже будет некой навязчивостью, если вас об этом не просили. Если вот вас попросили давать то интересное, что вам нравится, какие-то ссылки присылать другим своим товарищам, это будет правильное, законное распространение знаний. А если вы будете кого-то насильно пытаться советовать, почитай обязательно это, почитай. Нет, насилие тут недопустимо. Один раз можно сказать, предложить. Если в ответ не последовало никаких вопросов, никаких желаний обсудить то, что вы предложили, значит, надо сделать паузу. И потом через год, через два, через три, через семь лет попробовать повторить, если... Может быть, человек уже созрел, чтобы вот вновь ему попробовать посоветовать эти какие-то книги и видеоматериалы. Вот, поэтому очень важно в эзотерике не насиловать своих собеседников. А размещая ссылки на свои страницы, вы фактически, это полный аналог того, что вы дома насыщаете какими-то предметами, может быть, иконами или статуэтками Будды, или какими-то другими предметами какими-то, которые для вас являются священными. Вот то, что вы их у себя в квартире размещаете, этим же вы не насилуете никого. Это ваша квартира. Вы имеете право, так же, как свои оболочки вы имеете право насыщать тем, что вам нравится, так же и свою квартиру и странички своих соцсетей вы имеете право насыщать тем, что вам близко.
Вот. Но для служения очень важно, чтобы вы делились тем лучшим, что вы нашли в окружающем мире, в книгах, в музыке, в видео. Вот если вы этим не делитесь, вы как бы, ну, фактически вы лодырь. Вы человек, который неблагодарный, вот, ничем не заплатили за то, с чем вам поделились бесплатно. Еще раз хочу сказать, что я никогда ни с кого не брал ни одной копейки денег. Но если вы получили от меня что-то бесплатно, то поделитесь этим. Вот такая моя просьба к вам будет. И еще у меня одна просьба. Помимо того, что вы вот будете размещать ссылки тех материалов, которые вам близки, причем вот хочу еще добавить, что вы должны делать ссылки только на то, что искренне считаете наиболее интересным из всего того, что вот вам встречается в интернете там, или по жизни. Вот. Если вы устроите настоящую свалку у себя на странице, то вот что-то ценное, особо значимое, потеряется среди этих материалов, и ну вот там как бы много будет мусора, как бы. А я прошу вас размещать у себя в соцсетях только то, что вам особенно понравилось. Если мои видео вам не особенно нравятся, а нравится кто-то у вас, другой какой-то автор из интернета, тогда размещайте именно его. Не надо мои ссылки рассылать, распространять вот, на мои материалы. Но тут очень важна искренность. Если вам искренне что-то нравится, причем в данный конкретный момент жизни, то вот этим и делитесь. Потом вы перерастете в своем сознании эти как бы ссылки. И тогда уже, ну, вы будете что-то другое, какие-то другие материалы размещать. Но вот эти материалы, которые для вас уже устарели, тоже не удаляйте, потому что они будут как бы показывать те вехи, по которым вы поднимались по своему духовному вот пути, по расширению сознания. И второе, о чем вот я хотел бы вас попросить, у меня большая просьба. Если какие-то материалы мои вам понравились, то запишите на смартфон или аудио-вариант, или лучше видео на смартфон, купите селфи-палку и запишите небольшой фрагмент, хотя бы на минуту, на две, на три, о том, что, почему вам что-то понравилось вот, при просмотре некого видео. А я вот эти видео с удовольствием разместил бы у себя на странице. Вот если то, что вам понравилось, вы найдете у меня как бы в группе. Но вот эти ссылки, они... Вы не представляете, какую важную роль они будут играть в распространении духовных знаний. Или мои какие-то материалы, или материалы других каких-то духовных вот, людей, которые делятся своими мыслями. Вот обязательно еще делайте отзыв, потому что когда послушают ваш отзыв, то иногда это гораздо более важным будет сигналом о том, что надо с чем-то познакомиться. Потому что вот они к вам почувствуют доверие именно к вам. И по вашему совету что-то посмотрят. То, что им не понравится, ну, значит, не понравится. Насилия тут нету. Не понравилось, они, значит, не будут дальше смотреть. Вот. Будут рекомендации других людей каких-то использовать для того, чтобы посмотреть другие какие-то материалы. Но вот очень прошу вас, поделитесь своими впечатлениями. Ну, неужели сложно записать на смартфон, даже без селфи-палки? Просто отодвиньте от себя как бы глазок смартфона на расстоянии вытянутой руки и запишите минутный, двухминутный, там, пятиминутный ролик, почему вам что-то понравилось, какое вы видео рекомендуете посмотреть, вот, например, из моей группы какое-то видео. И не обязательно в области эзотерики, в области здорового образа жизни или еще какой-то. Вот ссылки на ваши видео, они сейчас часто будут привлекать гораздо большее количество людей, чем просто запись в виде текста. Так что вот постарайтесь не упускать эту возможность служения. Это будет вашим служением. Если вы сами какие-то свои мысли пока еще ну, стесняетесь распространять, считая, что они еще вот недостаточно глубокие, ну тогда делитесь теми знаниями, которые вам нравятся, как более глубокие, чем те, которые у вас рождаются. И это будет вашим служением. А если вы неблагодарные и не хотите расплатиться с автором каких-то идей, а расплатой будет именно не денежная какая-то, мне вот деньги ваши не нужны. Но если вы дадите ссылки на видео, это и будет вашей платой за те старания, которые я все-таки много трачу времени на это, сил,
Это как бы вот та работа, за которую обычно люди берут деньги. А у меня принцип не брать денег за то, что я делаю хорошего для людей, чем-то я делюсь, я не хочу за это брать деньги. Но вот если вы не будете расплачиваться за то, что вы у меня взяли, значит, вы будете халявщиком. И это негативная карма будет от этого порождаться. И одним из лучших, как бы, вариантов расплаты за эти знания будет, если вы запишете на смартфон небольшое видео, в котором расскажете, что вам понравилось такое-то видео, дадите на него ссылку, и вот это будет вашим служением и очень важным. Вот если 100 человек поделится своими видео, вот такими отзывами, то внимание к каким-то материалам, которые вам близки, оно усилится многократно. А так вы все вот, очень многие халявщиками прочитали какую-то книгу по эзотерике или какого-то автора посмотрели и не дали ссылку на него в соцсетях. Значит, вы халявщик. Это вы как бы только для себя все гребете. Вот как деньги кто-то только для себя зарабатывает и не делится помощью с окружающими. Но делиться знаниями гораздо важнее, чем деньгами. Деньги человек может пропить, промотать. Вы ему хотели помочь, а он их только во зло будет использовать деньги. А вот духовные знания во зло уже не используешь. Их человек или не посмотрит, потому что им неинтересно, а если интересно, то они принесут ему намного большую пользу, чем ваши какие-то материальные виды помощи, денег или какими-то предметами. Это все намного менее слабая помощь людям. А еще важнее делать анонимную помощь. И вот анонимную помощь с помощью вот ваших отзывов о тех материалах, которые вам понравились, это на самый эффективный вариант вот служения вашего будет, если вы сами пока еще свои какие-то фильмы не создаете. Ну вот такое вот видео, такой вот фрагмент я еще записал. Ну, кстати, вот есть еще более простой и удобный вариант поделиться своим отзывом. Это не смартфон на вытянутой руке, как бы использовать для видео отзыва, а купить веб-камеру, можно недорогую какую-то веб-камеру купить, и вот используя программу Zoom, она очень как бы простая, ей удобно пользоваться. Вот я первые многие ролики записал с помощью программы Zoom. Там можно свое как бы изображение разместить с помощью веб-камеры программы Zoom и записать какое-то обращение. А можно еще какие-то странички показать в этом видео. И там есть такая кнопочка демонстрации экрана. И вы любой файл, который у вас открыт на панели задач, можете как бы вот показать своим зрителям. Это очень удобно. И второй вариант – программу OBS. Вот я еще использую программу OBS, когда хочу сделать комментарий какого-то видео. Тогда я в одном углу экрана размещаю вот прямо в живом эфире, как бы включаю какое-то видео с YouTube или с любого другого какого-то видеохостинга. Вот, и делаю какие-то паузы в проигрывании этого видео, а рядом изображение с веб-камеры находится. Вот я уже несколько таких роликов создал. Вот таким образом можно отзыв записать. Ну, вот то, что вам ближе. Но это очень важно, делать отзывы о том, что вам нравится. Кстати, хочу еще добавить, что те слушатели и зрители моих видео, которые будут считать, что вот медитация рано утром в ванной лишает их сна, что они из-за этого не будут высыпаться. Вот я хочу сказать вам, что в эзотерике существует такое мнение, основанное на знаниях от великих учителей, что время, которое человек в полноценной медитации провел, оно намного более эффективнее освежает человека, чем сон. Тем более, что тот сон, который уже у вас реализуется после 3 часов ночи, в 4 утра, в 5 утра, он уже является таким, знаете, там есть глубокий сон, когда вы снов не видите, а есть такой поверхностный сон, когда вы видите сны. Так вот, обычно человек сначала восстанавливает свои силы за счет глубокого сна, а уже в последние часы, вот 8-часового сна, например, или 7-часового, или 5-часового сна, в конце он уже не так качественно восстанавливает свои силы с помощью сна, потому что там начинается менее эффективный сон с точки зрения восстановления вот энергетических сил. Вот, ну, так называемый поверхностный сон со сновидениями.
Так что вот попробуйте, если вы проснетесь рано утром даже по будильнику, но не слишком рано, потому что все равно глубокий сон нужен. Но вот если глубокий сон 3-4 часа у вас уже состоялся, то по будильнику можете проснуться и помедитировать вот в ванной, как я это описал в предыдущих аудиофрагментах. И не исключено, что вы даже сильнее восстановите свои силы, вот, которые обычно сон восстанавливает, чем во время сна. Ну и второе, можно ведь, если все-таки сна вам не хватило из-за этих медитаций вот, утренних, найти еще время днем, ну полчасика, если вот помните, как Штирлиц ехал и на там 10 или сколько там, 20-30 минут он остановился и немножко поспал. Вот такой дневной сон вы можете тоже по таймеру поставить, чтобы он не слишком длинным получился, потому что если вы часа 2-3 проспите днем, то вам потом ночью будет не заснуть. Вот. А если вы по таймеру или по будильнику заведете на какое-то время, вот, чтобы сигнал прервал ваш сон дневной, ну, скажем, полчаса или 40 минут или час, ну, в зависимости от того, насколько вы не выспались и сколько у вас есть возможности освежить с помощью дремы. Вот, тогда просто днем еще доберите полчасика там или минут 40-60. Вот, так что вам будет хватать сна. И причем, если вы не будете пересыпать, и вот за счет дневного слишком длительного сна и ночного такого слишком долгого сна, то фактически вы, ну это все равно, что во время еды обожраться сверх того, что нужно для восстановления голода. То есть бывают люди, которые едят ту норму, которая достаточно для того, чтобы набраться сил. А есть люди, которые вот во время еды съедают в 2 или в 3 раза больше, чем то, сколько нужно им для восстановления сил. Ну вот, когда они обжираются, это только вредит здоровью. Увеличивается лишний вес, вот, и сон становится хуже, когда вы обжираетесь, особенно на ночь. Поэтому вот так же, как с едой нельзя перебарщивать, но ни в ту, ни в другую сторону. И лишаться еды нельзя, ну, за исключением оздоровительного голодания, которое изредка предпринимается для очищения оболочки. Но это не должно быть правилом, это исключение из правил. Вот. Так же и сон. Слишком длинный сон, он даже вреден. Вот. И на следующий день вам трудно будет заснуть, бессонница может у вас начаться. Вот. Поэтому вот, вот такое добавление. Не бойтесь, что вам не будет хватать сна. Еще хочу добавить добавление о том, что вот некоторые зрители ну, испытывают отторжение к слишком длительным видеофайлам. Но я хочу им как бы вот, сделать такое как бы, пояснение. Длительный файл, он позволяет собрать те материалы, которые раскрывают тему наиболее полно. Но никто не заставляет вас смотреть все видео за один прием. Ведь если у вас в холодильнике какие-то продукты хранятся, это не значит, что вы открываете и съедаете за раз все, что у вас есть в холодильнике. Вы берете какие-то ингредиенты из холодильника, приготовите пищу, порцию, и съедаете лишь небольшую порцию из тех запасов, которые у вас есть в погребе, в холодильнике, на полках где-то с крупой там или еще с чем-то. Вот. Точно так же и с видеофайлами. Если даже вам не нравится длинный видеофайл, разбейте его просмотр на несколько этапов. Ну, например, по 30 минут, по 20 минут, там, как вам удобнее. Никто не заставляет съедать всю порцию, видеопорцию. Это, для некоторых это будет даже вредно. Это как обжорство. За один прием пищи съесть там 3 или 4 порции, которые уже вот, во вред пойдут и не усвоятся организмом все равно. Вот так же и свою ментальную оболочку не обязательно обжираться информацией. Употребляйте столько информации, сколько вы чувствуете, что по силам вам переварить за один прием. Почувствовали голод опять, еще раз посмотрели в этот день или в следующий. Но вот желательно, чтобы был голод перед приемом информации. А если вы уже час, два, три смотрите, уже у вас сознание рассеяно, половина информации вы вообще пропускаете, ну это бестолку тратить время
вот на такой просмотр. Почувствовали, что внимание начинает притупляться, остановите видео и посмотрите продолжение в следующий раз. Вот хотел бы дать такую вам рекомендацию. Так, и запишу еще один совет по здоровому образу жизни. Вот те, у кого проблемы со спиной, начинаются уже годам к 40 у многих, и мужчин, и женщин. Но помимо тех упражнений, которые реально могут эту проблему решить, еще очень полезно вот использовать возможность вот растянуть позвоночник, принимая горячую ванну по утрам. Я об этом на эту тему уже немножко рассказывал, но вот еще как бы покажу, как конкретно этому можно реализовать вот эту возможность. Значит, вот лежа на животе, вы кладете свои локти и голову вот на эту кромку ванной, вот сюда. То есть вот оба локтя вот так вот положите, и правые и левые руки, и на них голову. И тогда вам придется волей-неволей очень сильно прогнуться в пояснице. Ноги при этом вы можете, ну вот нижние конечности, закинуть на противоположную кромку ванной. Вот, и полежав как можно дольше в таком положении, вы можете вот как бы очень хорошо растянуть те мышцы, которые у вас вот при вашей сутулости, а большинство людей сутулые, вот вам надо как-то разогнуть свою спину из сутулого положения, как-то постараться выпрямить. И это очень долгий процесс, и вот как можно чаще надо делать растяжку этих мышц, которые у вас атрофировались практически, вот в ту сторону, которую вот я сейчас рассказал. Когда вы на животе лежите в ванной и прогибаетесь в пояснице, а локти кладете вот на эту кромку ванной, то вы как раз, еще горячая вода вас как следует хорошо разогревает всю мышечную систему, и это очень сильно способствует вот тому, чтобы вы, помимо тех физических упражнений, которые можно вот делать, чтобы решить проблемы с болями в спине, а все боли спины – это мышечные проблемы, это не грыжи. Грыжа является следствием проблем с вашими мышцами, с вашей сутулостью, неправильно сформированным как бы мышечным корсетом. Вот, ну, на эту тему и у меня есть много видео, и на моем сайте Куали и его творчество есть целая тема, посвященная здоровому образу жизни. Ну и один из авторов, который в правильном направлении вот, рассказывает на эту тему, это Бубновский. И старший Бубновский, и особенно мне нравятся лекции Бубновского-младшего, сына Бубновского-старшего. Вот очень рекомендую найти видеоканал и того, и другого. У них свои индивидуальные каналы у каждого. И изучить то, что они дают, показывают. Вот у кого есть боли в спине, лекции Бубновского-младшего – это один из самых эффективных способов, который точно вам позволит решить эту проблему. Ну и Бубновский-старший тоже как бы в этом тоже поможет. Ну, на этом видео заканчиваю. Так, ну вот можно, во-первых, посоветовать, чтобы шаман включил в свой репертуар патриотические советские песни. Может быть, там небольшие исправления текста сделать, как гимны Советского Союза сделали исправление. Вот это первое. А второе – нарисовать схему, расшифровывающую символы АллатРы. Вот человек – это пирамида в соответствии с АллатРой. И вот дать расшифровку, какие миры – верхушка пирамиды, какие миры основания пирамиды. Вот микрокосм есть макрокосм, и сделать соответствие. Мою пирамиду нарисовать социума и другие символы, и расшифровать, что такое личность у АллатРы, что такое другие какие-то термины. Вот на этом пока закончу. Ну и расшифровку последнего завета, конечно, надо тоже сделать. Вот духовная ткань и прочие как бы термины из Последнего Завета, вот цифрами из гелозоики подкрепить. И вот это будет полезно, чтобы вот АллатРа, Последний Завет, подкреплены были символами вот из гелозоики. Ну и, конечно, вот дать расшифровку из книги «Две жизни», вот когда в последнем томе там описывается и Санат Кумара, и все великие учителя,
с их истинными именами. Вот дать цитату из этих отрывков из книги «Две жизни» и символикой Гелозоики их подкрепить. Также можно книгу «Чайка Джонатан», что каким символом является, и ссылку на мои как бы видео с прочтением «Чайки Джонатан» дать. Вот, ну вот такие дополнения. И вообще те стоящие учения, которые есть, вот к ним тоже применить цифровую терминологию Гелозоики. Из каких миров какие понятия соответствуют, в том числе и в Каббале Михаила Лайпана, тоже можно сделать расшифровку. Так что вот все эти учения, живой этики, ну, живой этикой я уже сделал, и теософию. Вот, ну, Макса Генделя, естественно, тоже. Вот обязательно надо все это сделать. Так, ну еще, конечно, обязательно вот представители школы здравого смысла, Сухоноса и Кашанского. Вот их теории тоже подкрепить своими терминами из гелозоики и прокомментировать, может, какие-то наиболее важные видео и того, и другого. Вот тоже надо срочно это делать. Еще очень хорошо бы дать расшифровку терминов восточных учений. Что такое нирвана? Это освобождение от четвертого царства природы. Что такое пара нирвана? Это освобождение от пятого царства природы. Что такое в других учениях Востока, вот опять-таки дать расшифровку, ведические различные учения, вот там есть такие популяризаторы вед, такие довольно позитивные, вот которые из кришнаитов вышли, там, или может из других каких-то ведических учений, вот дать расшифровку именно на базе гелозоики. Да, конечно, схему из профитов, вот рассказать, что их вот картинки учителей – это из высших слоев эмоционального мира. Сюда же можно Ахундову вставить, потому что она тоже из тех же источников, что и профиты черпает, из эмоционального мира. Вот. Вот поэтому вот эти все учения очень полезно будет терминологии показать, откуда какое учение корни питает. Вот. Ну, учение Платона тоже можно будет сослаться. Так что вот посмотреть в моей библиотеке наиболее важные какие-то источники и каждый из них объяснить символизм этих учений и откуда какие термины можно заменить терминами гелозоики. Ну, также можно символизм Аноповой и Ульрих попробовать все-таки дать им цифровую терминологию. Потом можно попробовать с православием связать гелозоику, причем вот Путина можно назвать прообразом Дмитрия Донского, который повел на Куликово поле народ России, чтобы избавиться от ига монголов. Монголы – это аналог НАТО во главе с Соединенными Штатами. Вот. Вот такие аналогии. Сергий Радонежский – это вот воздействие православной церкви на Путина. Так что вот этими всеми терминами тоже можно использовать, воспользоваться. То есть вот и целое видео можно тогда создать вот с этими различными терминами. Это будет очень полезно. Еще можно будет посвятить видео книге «Напутствие вождю» и вот показать, в чем разница между Сталином и Путиным. Сталин тоже как бы полезные некие осуществил дела. И можно будет вот про луч Шамбалы рассказать, что там бывает воздействие и на таких как бы и на позитивных деятелей, и на негативных, и на промежуточных, которые и то, внутри которых есть в оболочке. Человек ведь и душа, и личность, и хорошее и плохое в нем сочетается. Так и в Сталине сочеталось что-то и хорошее, и плохое. Вот надо показать, что даже люди на самом верху лестницы социума имеют и плюсы, и минусы. Причем их плюсы, в принципе, для будущего оказывают такие важные влияния, что вот, ну, они как бы компенсируют некие минусы. Причем эти минусы, они же как бы связаны не столько с их личными какими-то неправильными взглядами, а с воздействием на них тех эгрегоров, внутри которых они воспитывались,
прожили большую часть своей жизни. Эгрегор патриотизма, эгрегор капитализма или социализма. Вот эти все эгрегоры воздействуют и на Ленина, и на Черчилля, и на Рузвельта, поэтому на Вашингтона, на отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Вот об этом можно целое видео снять, на самом деле, про людей. И напутствие вождю должно показать, что роль личности важна, но какой именно должна быть личность вождя, лишенной тех пороков, которые были вот у Сталина, например, или у Ленина. Вот на эту тему можно тоже создать видео. Еще можно будет развить тему о том, что время и материя есть во всех высших мирах, но поскольку они имеют более высшие измерения, то там и материя, и время, и пространство совсем другие, не такие, как в плотном мире. Вот. Поэтому вот показать, что там тоже есть циклы, например. Например, у души, например, есть цикл существования на период нахождения в человеческом царстве. Вот для нее цикл воплощений, вот как у человека личность 70 лет, так у души вот аналогом личности является вот тот цикл, когда он в человеческом царстве природы находится. А для планеты таким циклом является погружение вот глобусов и семь кругов. Вот для планеты, для живого существа планеты уже цикл вот такой длительности. И так же, как для нас, вот вращение вокруг оси своей атомов химической таблицы Менделеева, ну, там настолько быстрое движение электронов вокруг ядра, что для нас эти циклы, для нашей жизни они несущественны. Мы измеряем свои циклы вот часами, секундами, минутами, часами, а в атоме там электроны вращаются вокруг ядра с гораздо большими скоростями. За секунду там огромное количество оборотов успевает сделать электрон. Вот, поэтому вот показать, что время тоже есть, но оно настолько более длительных циклов, что маленькая жизнь человека, ну, для этих циклов кажется чем-то почти нулевым, почти мгновенным. То есть между решением каким-то человека в тонком мире и его осуществлением в тонком мире происходит очень мало времени. Но относительно высших миров достаточно много. Вот об этом можно будет подробнее рассказать. Можно вот вернуться к варианту гимна Советского Союза, который был при Сталине, но замените имя Сталина именем Путина. Вот. И песню «Интернационал» напомнить новым содержанием, где вот мир Запада – это вот то, против чего восстал рабочий народ, причем под рабочим народом надо понимать и программистов, и трудящихся в цехах, на полях сельской местности, вот, чиновников, которые в новый мир ведут свои народы, это все трудящиеся. Вот, и тогда песня наполнится новым содержанием. Может быть, какие-то термины где-то подправить. Даже песня вот «И вновь продолжается бой», только можно заменить «И Путин такой молодой и юный отряд впереди». А юный отряд – это вот путинцев можно назвать, вот, которые решились сбросить оковы мира Запада, которыми опутал Запад всю планету. Вот такие аналогии можно будет поискать. Ну, конечно, очень важно напутствие вождю при этом как бы дать, потому что именно эта книга обосновывает важность роли личности. А вот в учении Бейли как раз роль личности слишком занижена. Ну, на какое-то время это было допустимо, чтобы не создать какие-то тоталитарные секты на базе этих идей, чтобы черные не захватили власть над этими идеями, и потом настолько опорочили бы эти идеи, как вот Гитлер опорочил свастику, и теперь очень долго ее придется отмывать. Хорошо, что еще есть разные направления вращения свастик, и поэтому можно как бы использовать свастику, именно обосновывая тем, что там в другую сторону вращается. Но так довольно трудно отмывать некие символы, когда они много веков используются темными силами в извращенном виде. Вот на эту тему можно будет записать видео тоже.